Коллеги, приветствую вас. И, пожалуй, данное видео я хочу начать с часто задаваемого вопроса. Данный вопрос звучит все чаще и чаще, и плавно переходит уже в некое утверждение или в риторический вопрос. Но давайте немного опустим эту тему и затронем ее чуть позже. Сейчас хотел бы рекомендовать, чтобы вы подписались на наш телеграм-канал «Все о Форексе» и сигналы по Форексу с прибылью от 100% в месяц. Ссылка в комментариях. А логин в описании просто копируйте и вставляйте в телеграм. Подписка до первых 50 человек бесплатна. Данное видео, кстати, записано не так давно, 16 марта. Торговал вместе с коллегами на основном счете. Инструмент – доллар, японская иена. Позиция лонговая и общий объем 20 контрактов. Мне, кстати, часто пишут и просят, чтобы видео выходило на канале чаще, так как много кто ждет материала, использует его с умом, что-то берут для себя в заметки и так далее. Ну, в принципе, правильно делают, но порой добавлять чаще видео на канал для меня бывает проблематично в связи с своей занятостью. Как и торговля на основном счете, так и аналитика рынка занимают очень много времени. Но обещаю, ребят, что постараюсь. Вот. Да, кстати, по поводу проекта 500 тысяч долларов, тоже записано уже много видео, вот. Но ввиду своей занятости они все дожидаются своего монтажа. Вот. Да, кстати, вернемся к основному счету. Я так и не понял, стоит мне делать подобное видео о торговле на основном счете или нет. Дайте знать в комментариях, и если что, будет вам дополнительный контент на канале. Думаю, пару видосов в неделю, ну уж, можно организовать. Кстати, сегодня мы выдадим в нашем телеграм-канале сигнал с потенциальной прибылью на 120 пунктов, так что успейте заработать с нами. Напоминаю, что логин в описании, ссылка, соответственно, в комментариях. Но вернемся мы к основному вопросу, можно ли заработать на рынке Форекс, или это развод для большинства. Ну, друзья, я считаю, что это развод для большинства. И если кто не понял, повторюсь, это развод реально для большинства. Толпа сама дает свои деньги, и эта комедия длится уже достаточно давно, и так и останется для большинства людей. Но если иметь некую информацию, что позволит прочитать рынок в определенный момент, то этим можно воспользоваться и не быть в числе толпы. И иметь постоянную выгоду, торгуя на Форексе. Весьма хорошую, кстати, выгоду. Но, как я и говорил ранее, вся вот эта чушь, которая на просторах интернета, не поможет вам, ибо она создана или написана для того, чтобы просто руководить вами. То есть это в целом это сценарий ваших действий для обогащения других лиц. Но я использую алгоритмы и вижу ближайшие цели рынка. И, конечно же, имею с этого выгоду. И после очередного импульса в лонг моя выгода составила 5100 долларов, ну или же 390 тысяч рублей, кому как удобнее. Грубо говоря, мне удалось за один час заработать чью-то зарплату за полгода. Друзья, не верите, но это факт. В неделю таких сделок я могу совершить 5, а могу за один день 2 или 3. Ну и на таком депозите куда более свыше 5000 долларов, ну в основном 10% за одну сделку. На рынке Форекс можно заработать, если вы не относитесь к толпе. Я не верю в этот золотой стандарт 2%. Думаю, что это чушь полная. Реально, кто зарабатывает, таких людей, ну, более 10%. Кстати, вот результат нашего подписчика, который с полного нуля за неделю смог наторговать с нашим телеграм-каналом 1200 долларов. И это далеко не единичный случай. Короче, друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Всем удачи, всем профита. Пока.